Всем привет из палатки. Это последняя ночь, которая прошла на нашем сплаве. Нам буквально осталось тут чуток. Сейчас мы просыпаемся, грузимся и уходим домой. Я пошел будить остальных. Народ, вставай, бабай пришел! Че это они? Котелок повесили на дерево. Что-то внутри посмотрю сейчас. Прикольно. На дереве котелок. Будем заняться нечем было. Кстати, типа так убрали его, да? Никто не шевелится. Встать невозможно. Это ж тяжело проснуться. Пипец вообще. 8.24. Сколько вас жалеть можно? Те там бухтят там себе под нос, думают, что я их слышу. А я их не слышу. Вот такое у нас сегодня утро на берегу Енисея. Там дома стоят. А мы вот в этом лесочке заныкались. Ну что, день будет хороший, а нам осталось 3-4 часа. Но мы еще зайдем в одну пещерку. Я там никогда не был, слышал про нее много. Ну, вернее, видел, недавно совершенно открыл. Да не то, что пещера, там грот. Интересно же посмотреть, что там. Ну, мне, по крайней мере, я не знаю, там, ну, там говорят, классно, прикольно. То есть место, которое проходишь мимо, и ты в нем не был, и не побывал. Ну, это же преступление, правильно? Поэтому обязательно туда зайдем. И вам покажем. Время 11.39, а самое наше позднее отплытие, не считая старта. Но нынче финиш. И поэтому... Более нам осталось чутка. Вообще тут не считается все, что нам осталось. По сравнению с тем, что мы прошли. Вот. Выходим в Енисей. И погнали, парни! Правда, не только парни, тут чуть девчата меня пытаются бортануться. Сейчас мы заскочим на Караулинский бык, он тут рядышком. Посмотрим достопримечательности. И домой. Вперед! Скалу нас ждут! Кто хочет домой в тепленький душ, ванну, маму обнять, поцеловать, пожрать еды вкусной, налегаем на весла!
Ух ты, дыра. Как бы тут не убиться по этой дыре. Бревно какое-то. Дырки, наверное, спелеологи дырки раскапывали. Они любят это дело. Что-нибудь раскопать, куда-нибудь закопаться. Потом их спасай. Прикольно, она вверх уходит. Не знаю, есть ли там куда-нибудь вход. Проверять не будем. У нас нет снаряжения. В смысле? Ну вы не будете, я буду. Саня, нет, я сказал. Вот в эту дырку светят. Типа там что, Саш, ниже опусти. А может я не туда залезть? Там недалеко, наверное. Ну ладно, ходили недавно. Не то, что... Ладно, хорош. Залазить куда-нибудь. Ну мы же любим тебя. Ариус там еще какой-то. Да. Там еще какой-то грот. Может, проходит? Ничего. Вы хотите сказать, что по этой утоптанной тропинке люди в обвязку ходят? Вот уже и финиш. Показались купола Успенского монастыря мужского. Сейчас проходим за поворот. И мы на месте. Да, чтоб там лежбище. Ну, сейчас прохладно. Лежбище загорающих телес не будет. Как лёжка морских котиков. Ну, думаю... Все равно главное, чтобы было куда причалить. На Енисее, конечно, прохладнее намного, чем на Мане. Мана прям теплее, речка. По Енисею идем, вот пришлось ветровку одеть, чтобы просто не продувало. Ветер холоднющий, вода леденющая. Это просто кошмар какой-то. На Мане было хорошо, на Мане купались. Вода была теплая, ветер теплый, жарище. Сгорел весь, блин, как в микроволновке. Обугленный. Ну, наверное, видите нос какой у меня. У меня не только нос, у меня там много чего такого. Вот. Ну ладно. Чалимся к берегу.